открывать посылочки. Рождественские подарки. Грейс, на конвертик открой. Happy New Year! Так, шампанское у нас где? В холодильнике? Так. Это не мне. Так, это интересно, так подарки открывать. Так, здесь написано маме от Иринки. О, это мое. Это мое. А, и что-то такое. Facial Cleansing Milk. О, это я люблю. От морщин органик крем. Она что, у меня морщины нашла, что ли? Спасибо, моя родная. Спасибо, моя девочка. Так, а это, Саша, это тебе, да? Там было что написано? Ничего не написано. А, это просто, да, такие вот очень это вкусненькие джемчики, кремики, кремики, мой любимый. Это бабушки, да. Ой, а вот это что-то такое? Маме от Иры, это тоже мне. Это бабушки, да? Чувствую, я там ничего не... А, это бабушки, а это мне. А это мне тоже какой-то кремик, между прочим. Сейчас посмотрим. Это конфеты. Сейчас, Саш, подожди, я еще не успеваю за тобой. Столько здесь бумаги, а я одной рукой не могу никак открыть. Ага. Тоже кремик мне. Ой! Ой, уронила я на конфетки. Так, это body wash. Это тело будем мыть. Это будем морщинки разглаживать. Это будем... Она очень любит себя заворачивать красиво. А как же? Она умеет заворачивать. Она умеет. Без морщин. Это такие хорошенькие печенюшечки новогодние. Так... Это открыточка. Потом прочитаем открыточку. Замечательно. Так. Это какая-то коробка. Может, хочешь? Да. Что, серьезно? Да. Они свою очень любят. Ножи точить? Их нет. Всем нужно ножоточка. О, здорово, слушай. Ну, теперь я буду, Саш, тебя не буду просить ножи точить, сама буду. Она что, электрическая, да? Замечательно, замечательно. Замечательно. Ой, здорово, слушай. Та-ра-та-та. Газа калибра. Ага. Ножоточку получили. Ну-ка. Теперь не всем нужен. Замечательно, замечательно. Та-ра-та-та, та-ра-та-та-та. Эй! Это убираем пока. И вторую коробочку открываем. Что, Грысюш, какой у тебя галстучек симпатявый? А, может быть, настоящий галстук. Так. Вот у меня воротник на кнопочку. Ага. Так. Это какая-то... Ты сразу по размеру смотри. А, это бабушки, это понятно. Бабушки. Это бабушки штанишки. Хорошо. Бабушка, а тебе штанишки. Опять брюки, что ли?
Наверное, да. Двойку. Ты хочешь, как ты отрываешь бантик такой? Грейс, хочешь бантик вот так прям под кофточку? Да нет. Да нет, воротник. Галстук, да? Вот, прям на карман себе. Ага. Еще коробочка какая-то. Панасоник. О май гад. Нью фонс. О май. Новые телефоны. Ура, ура. Слушай. А куда же мы эти-то девать будем? Мне эти жалко выбрасывать. Здорово, слушай. Ой, отлично, телефоны. Сколько там? Три нарисовано, да? Да. Как раз нам хорошо, три. Беленькие? О, белые, как машина наша белая. Слушай, мой любимый цвет. О, здорово. Мирка, спасибо. Телефончики. Замечательно. Ага, замечательно, слушай. Такие удобные, кнопочки большие, замечательно. Здорово. Ну вот, все, открыли мы все, да? Коробки, больше нам никто не прислал в этом году. Коробки. Вот эти, кстати, трюфелиночки очень вкусные. Я их сбила немножко. Понимаешь ли? Ага. Грейс, покажи ногти, покажи. Они уже слезают. Нет, красивые у тебя ногтики тоже. Очень красивые. Ага. Ага. Это, наверное, туда в офис, да, основной вот этот вот? Ну, конечно. Ага, окей. Ой, ну все. Замечательное. Спасибо, Новый год. Ты такой волшебный. Ты нам подарки приносишь. Да. Подарки. Подарки нам приносишь. Okay. Сейчас по телефону дочка сказала, что в Калифорнии сейчас очень модные вот эти семечки чиа. И они добавляются во все-все-все джемы, вообще в еду. И как бы очень полезно для организма. Очень модно стало, вот мода новая, ребята, на семечки чиа, которые, я не знаю, где растут, и агава, сироп агавы, это какой-то джемик спешл, интересный джемик спешл, еще другой, raspberry, видите, тоже с чиа, и с сиропом агавы, без сахара. Да, вот это называется здоровое питание. Вот так. Да. Why? Это было видео на просто на YouTube. Какое смешное видео. Там мальчишка какой-то, наверное, в шестом классе, может быть, в восьмом. И, видимо, они с другом или с братом, родителям в холодильнике нашли водку. И один мальчик снимает, другой говорит, мы нашли водку. А, да, ты права, пузырьки вот так. Некоторые, вот, они вон, идут винтовые. Вон на край. На крае две такие. А мне вот видно через вот эту стеночку светлую. Здорово.